Хашим, нет ничего лучше, чем свой дом. Посмотри на это. Как все хорошо. И госпожа Шейма рано уснула. Что поделать с ей? Столько всего не пережила. Только тот грузовик прислал Аллах. А не то женщина ходила бы по улице целый день и оставила бы нас дома голодными. Матч начался. Давайте, покажите мне хороший матч. Эта команда очень хорошо играет. Почему ты играешь назад? Пасуй свободное место. Молодец, молодец. Давай, сынок, хорошо. Хорошо, обойдите его. Зайди в штрафную, давай. Давай, заходи. Обойди, обойди. Да проклянет тебя Аллах. Разве такое возможно упустить? Они редкие ослы. Даже мой Смо не упустит. Такое невозможно упустить. Скажу тебе кое-что. Я в своем возрасте тоже выйду на поле. Буду стоять и ждать этот матч. Даже ударю головой и забью гол. Ты прав. С этой командой ничего не выйдет. Что ты говоришь? Я говорю, гол, Фикри. Такое невозможно упустить. Хашим, Шейма. Ты сделал меня больным, не так ли? Свел с ума мою жену? Я тебя убью. Я тебя уничтожу. Госпожа Шейма. Госпожа Шейма. Госпожа Шейма. Вставайте, вставайте. Быстро. Госпожа Шейма, прошу вас, вставайте. Пошли, пошли, пошли. Пошли. Он встал, встал, пошли. Хашим встал, смотрите, заговорил. Встал, заговорил со мной. Господин Фикри, что случилось? Я не поняла. Человек же лежит. Нет, 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 нет. Он встал, встал. Заговорил со мной, госпожа Шейма. Господин Фикри, вы переборщили с пивом. Смотрите, Хашим, давай, давай же. Давай, ну же. Господин Фикри, вы спите. Я тоже посплю. Госпожа Шейма, не оставляйте меня одного с ним. Нет. Я что, правда с пивом переборщил? Неужели показалось? Меня мучают сомнения. Лучше еще одно пиво возьму. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.